Всем привет, дорогие друзья! С вами я, Руслан. И вы догадались уже, что это за ролик, наверное. Это ролик. Я строю, достраиваю свой скин. Ребятки, это, надеюсь, это будет очень классный ролик. Прям вот такой, типа, антистресс. Да, ребятки, вы знаете такую штуку, антистресс? Если ее жмякать, то она успокаивает, типа. А там внутри такой шарик с лизуном. Ребятки, вы знаете такую штуку или нет? Ребятки, я вам советую поиграть в одну такую игру классную. Называется она, ну, ребят, вы, наверное, знаете. Как она называется? Mastercraft, ребятки. Pocket Edition. Ребят, если вы хотите, обязательно поиграйте. И, ребят, если вы хотите получить iPhone 11, то подпишитесь на канал Руслан Плей. Поставьте лайк, нажмите на колокольчик. И сделайте это все за 3 секунды. И, ребят, я начинаю отчет. 3, 2, 1. И, ребят, все, время вышло. Ребят, если вы все сделали, то вы огромные просто молодцы. Прямо такие гигантские молодцы. Ребят. Ну, вот, ребят. Гляньте, а вы хотите увидеть, чтоб я еще многие ролики снимал на канале Руслан Плей? Я снимал уже ролики. Ребятки, смотрите. Вот. У меня пока что одно видео на канале, ребят. Называется оно «Выживание и творческий режим». Там я играю за ребенка. Ребенок-одиночка. Я там за Стива играл. Ребят, если вы хотите посмотреть, найдите канал, пишите по-английски «Руслан Плей». И у нас на коричневом фоне буква «Р» английская. На коричневом фоне. Пока что мы не придумали картинку нашего канала. Так что, ребят, смотрите так пока что, без картинки нарисованной. Я нарисую сам свою картинку. Ребятки, что-то я уже совсем замолчал. В молчанку решил поиграть. Ребят, вы знаете такую игру «Молчанка»? Там надо молчать тот, кто дольше промолчит. А тот, кто заговорит, тот проиграл. Начинает заново игру. Соперник, если заговорит, то он вылетает из игры, ребят. Вы представляете такое? Вы представляете, чтоб соперник вылетел из игры? Ребятки, этот скин мой будет очень огромный. Вот, ребят, я ни чуточки вам не преувеличиваю. Он будет очень большим. Я вам ни чуточки не преувеличиваю. Он будет самый гигантский скин. Никто не видел такого скина, ребятки. Вот, ребят, гляньте. Гляньте. Ой, я поставил не так. И, ребятки, вы, наверное, уже ждете ролики про выживание в мире реалом. Реалом. Вы, наверное, уже ждете ролик с выживанием в мире реалом. Вы, наверное, уже и ждете ролик такой.
ребят, вот я скоро буду снимать 7-ю часть. Ребят, у меня есть и 1-я часть, и 2-я часть, и 3-я, и 4-я, и 5-я, и 6-я. И вот 7-ю скоро выпущу. Скоро будет выпуск по 7-й части. Ребятки. Это закат. Ё-моё. Надо взять кровать. Как я люблю, какого цвета я люблю? Вот фиолетовую я люблю и люблю кровать. Я люблю фиолетовый цвет. Так что вы можете мне рисунки всякие показывать, ребятки. Вы можете мне присылать свои рисунки, если вы меня нарисуете в игре Minecraft. Тогда, ребят, там слизни бегают. Опачки, а я читерю. Я кровать поставил. Опачки. Ломаю кровать. Точка возрождения поставлена. Так, ребятки. Я уже убрал точку возрождения с кровати. Это возможно сделать с помощью руки своей. Просто ломайте кровать, и все, у вас пропадает точка возрождения. Ребят, вот задняя часть моего скина, там, где будет узор крипер. Это будет означать, что это задняя часть. Ребят, там где крипер, там и будет зад. Вот, ребятки, зад. Сейчас мы заделаем черный. Вот глаз. Вот. Ребят, вам нравятся мои ролики? Честно напишите. Я прочитаю ваши комментарии. Напишите в комментариях. Сейчас, ребятки, я дошел до головы. Я делаю голову, и потом уже все, руки. Пойдут руки на изготовку. Ой, ребятки. Вот это да. Ребят, подпишитесь мне на канал. Поставьте лайк. Поддержите меня, пожалуйста. Если вы меня не поддержите, то я вас могу прогнать даже со своего канала. Так, это у нас получился левый глаз. Вот почти. Вот, ребят, у меня будет лицо, у меня будет как у компота лицо, ребят. Вы знаете, кто это компот? Это такой ютубер. Ребят, он снимает Майнкрафт. Вот честно вам говорю, я вообще ничего не преувеличиваю. Ребят, если вы так реально думаете, что я вообще не преувеличиваю, то можете поставить лайк. Лайкусик. Поставить видео на паузу и залайкать его. Я люблю, когда я хочу затариться лайками, чтобы вы меня
затарили лайками. Ребят, гляньте, я волосы делаю. Ну, наконец-то я до волос дошел. Ребят, наконец-то я до волос дошел. Дум-дум, дум-дум-дум. Ах, я не тем блоком строю. Ребят, тут какие-то звуки странные. Ребят, кто ж мне звук отключил? Ребятки, гляньте. Ой, не тем блоком. Я не тем блоком пользуюсь. Где, блин, коричневая шерсть? Блин. Где коричневая шерсть? Вот, гляньте, ребят. Реалистично и легко и просто. Голова самая легкая, по-моему. Не, ботинки самые легкие, ребят. Ребят, ботинки в моем спине самые легкие. Самые легкие. Самая легкая — это ботинки. Кроссовки. Потому что они самые маленькие. Это самый маленький элемент моего скина. Вот, ребят, сейчас я буду наушники, ребят, делать. Но у меня не будет капюшончика, ребят. К сожалению, у меня не будет капюшончика. Ту-ту-ду. Ребятки, смотрите. У меня такая же функция, как у компота. Вот такая. А вот тут уже фиолетового цвета. Вот так. Ой. Вот так. Ребят, ну действительно, как круто у меня получается. Круто у меня получается. Вот такой у меня скин. Ребятки, скин. Скин. Запомнили мой скин? Ребят, запомнили мой скин? Если не запомнили, то можете отмотать видео. Я вам разрешаю отматывать, и вы можете смотреть заново видео. Видосики мои можете заново смотреть, если у вас будет плохой звук на компьютере. Но на компьютере не обязательно смотреть. Можно на планшете, на телефон, можно вообще на PlayStation. PlayStation самый большой экран, ребятки. Вот такой эффект у PlayStation. Можете на приставке посмотреть, на телефоне. Вот так. У меня не будет маленький человечек. У меня будет высокий. К сожалению, вот такой. Всем уже, наверное, надоели высокий размер высокого роста. Всем уже, наверное, надоели такие скины. И можно сделать маленького человечка в скине. Можно скин ребенка. Да. У меня получается просто грит. Ребятки, у меня просто очень хорошо получается. Так, ребят, мускул готов. Я сказал мускул. Слишком большая рука. Наверное, ну пусть такая останется. Ребятки, я очень устаю делать этот скин, потому что я это все делаю просто на клавиатуре и компьютере, мониторе и мышкой. Это все особенно надо нажимать. Надо нажимать на мышке. Как это, блин,
Скуш настроить. Ребят, как же это скуш настроить, блин? Как же, блин, это скуш настроить? Как же скуш настроить этот дурацкий скуш? Ребятки. Ребятки, я почти закончила руки, но рукав не сделал еще до сих пор. Я еще до сих пор не сделал рукав. Вот, ребятки, гляньте, какая форма на моем скине. Ребят, все запомнили мой скин? Ребят, сзади узор крипера на футболке. Впереди футболки нет узора. Сзади есть узор крипер лицо. А вот впереди нету. Наушники двухцветные, фиолетово-зеленые. Штаны грязно-зеленые. Ботинки лаймовые. То есть наушники тоже лаймово-зеленые. Кожа светлая, белая терракота из такого сделана. А вот, ребятки, наушники из угольных блоков и шерсти. Вот такие блоки. Футболка сделана. Футболка тоже, кстати, из терракоты сделана. И кроссовки сделаны тоже из угольных блоков и шерсти. Все, ребят. Все, ребят, скин мой готов, ребят. Сейчас я пересплю эту ночь с дождем. Ребят, я хочу поставить, смотрите, куда. Вот сюда кровать. И, ребят, гляньте, ломаю кровать, выкидываю кровать. Я ее не выкину. И вот такой вот скин, ребятки. Ребятки, вот такой вот скин. А, он недоделанный. Ну, всего лишь два блока не хватает. Вот сюда, вот так. Ребят, как вам нравится? Вот так? Или вот так? Без белых блоков. Как вам нравится? С белыми блоками или без белых блоков? Просто с кожей вместо белых блоков. На самом деле это кварцевый блок. Блок кварца нижнего мира. Гляньте, компот стоит. Крипер, гляньте, как стильно. Ребятки, если вы хотите стать моим... Ребятки, создайте свой скин. Вы можете с разными цветами глаз сделать. И, ребятки, если вам понравился этот ролик, не забывайте еще раз лайк ставить, подписываться на канал Руслан Плей, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и нажимайте на колокольчик обязательно. Сделайте это, если вы хотите. Если не хотите подписываться, вы можете этого не делать. Но вы не станете подписчиком моим. Ребят. И ребят. Всем пока.